Всем привет, друзья! Сегодня среда, и рынок у нас не в Конакле и даже не в Авсаларе, а рынок у нас в Анталии. Остановка называется Сигорта. СГК, вот такие вот три буквы, либо Сигорта именно называется остановка трамвая, который идет, да, ну тот, который с аэропорта и с центра. Странная вода здесь, нет, дождя не было, это что-то течет где-то. И рынок, насколько мне сказали, прямо возле этой Сигорты на улице он начинается, я не знаю. Ну, меня интересует больше, конечно, овощной и фруктовый, чтобы сравнить цены с Аланией. Время сейчас где-то 1:30. Так, а может я не туда иду? Что-то я иду туда, может оно не там, а может оно там, допустим. Сейчас надо спросить. Базар. Туда, да? Ташкевидарин. Понял. Так я не туда шел. Сигорта за моей спиной остается здание. Идем в ту сторону. Сейчас наконец посмотрю своими глазами. Это единственный рынок, который я понял, где он находится. Я пытался, как-то были попытки попасть на пятничный рынок Анталии, но я нифига не понял, где он находится. Вот. А среда, все очень просто, потому что он возле остановки, а все остальные дни там, ну, тоже, как и в Алании, здесь рынки кочевые, как бы, они каждый день в разных местах, и найти их непросто, если вы не знаете. Если знаете, я думаю, раз попасть достаточно, потом уже все будете понимать. Как же он и движняк здесь, видимо, из-за того, что рынок, много машин. Он там крытый даже вроде бы. Сейчас будем смотреть все своими глазами. Интересно, почем и помидоры, почем и клубника, почем. А потом сравним с пятничным нашим Джума-Пазар. Я думаю, в пятницу я уже дома буду. Запутешествовался. Ой, как пахнет этими. Знаете, чем пахнет? Сейчас чебуреками пахнет. Потом направлюсь еще в музей археологический, а потом, наверное, в Конелты. Дойти куда-нибудь дальше, чем я дошел в тот раз. Вы это видео еще не видели, наверное. У меня видео будут не подряд, как бы не с первого дня, потому что монтировать надо. То, что монтировать, я пока некогда. Вот хамсали, как ее назвать. Свежая, естественно, они ничего не солят. Солить можете сами. Почем кило, я не знаю. Она недорого стоит. Так, здесь какой-то крытый рынок. А где самое интересное, дешевый? Или он тут везде одинаковый? Авокадо 25 лир без косточки. Кумкват. 4 штуки 10 лир маленький авокадо. 3 штуки 10 лир. 5 лир штука побольше. Так, сухофрукты мало меня интересуют. Вот коктейли ананас. Клубника 10 лир. Но это не кило, это пакет. Там полкило, наверное, может чуть больше. Смотрите под пинаколаду, какие ананасы готовы. Прикольно, и вот мякоть готова. Ананас 13 лир. Не знаю, это за ананас или за мякоть, или это все вместе стоит. Наверное, может быть, и ананас дается, скорее всего, да. И мякоть тоже 13 лир. Клубника 10 лир. Здесь кило, как я понимаю, по-моему. Бананы 8,50. Растут они там, Газипаша, в основном бананы получаются еще дороже, чем у нас. Помидоры 6, дальше он 4, вижу, огурцы 7. Что-то по первым впечатлениям пока такие же цены абсолютно, как у нас. Сули там мне писали, все, что здесь дешевле, помидоры по 4, но они сейчас и у нас по 4 там в Алании. Рынок большой, он крытый получается.
5 штук 10 лир, 4 штуки 10 лир, 3 штуки 10 лир. У нас просто авокадо в основном поштучно продают, а тут, видите, по несколько штук сразу. Грибочки, сушеная связочка 15 лир, как называются, не знаю, такие сиреневенькие. Тут есть и по 7,50, и по 10, смотрите, сколько грибов. Вот это уже не грибы, это бамия сушеная. Перчик сушеный. Горький перец сушеный, короче, много всего. Огурцы 5 и помидоры 5. Яблоки 5 дороже, чем у нас. Слива 5, вот яблоки 3 наша цена. Прикольно было бы кого-то встретить, сейчас эту Анталию снимает. Ну, я, в принципе, особо никого не знаю, но Юлю вот рад был бы встретить. Благодаря ей я как бы ориентируюсь. Здесь вот грибочки свежие. Цены увидели 12,9, вот по 6. Такс. Что смотреть, что показывать? Капи. О, вот это уже цена 5 лир. 5 лир это, конечно, намного дешевле, чем... Ну, как намного? У нас по 7. Ну, а вот тоже такая же 8 цена на капи. Острый перец 8, баклажаны 5, помидоры по 3. Ну вот в пятницу проверим. Ну, мне кажется, такая же цена у нас на помидоры сегодня будет в Саларе, в Канакло. На веточках по 5 тоже. Все 5. Давайте зайдем куда-нибудь вглубь. Правда, будет не так светло, но я думаю, все видно. Смотрите, какой метровый лук этот. Банан 8. Бананы, короче, у них дороже, чем в Алании. Картошка руб 50. Это, по-моему, дешевле, чем у нас. Так, в какую сторону идти? Киви. Киви 8. Да, здесь плохо видно. По лире 50 грейпфрут. Дешевле, чем у нас. У нас по 2. Дешевле я не видел. Панджар 2 лиры кило. Свекла. Кило 5 лир. Помидоры на веточке. Морковка 2 лир, такая же цена. Тоже по грейпфрут по лире. Ой, какой громкий. По лире это вообще. Кстати, по лире. По лире, блин, вообще халява. Грейпфрут классный, сладенький. И продавец веселый. Свекла лира 50. Свекла, наверное, чуть дешевле, чем у нас. А может даже в два раза. Клубники немного, господа. Помидоры по 4 на веточках. Огурцы 4. Морковка 2. Редька 2. Иду помедленнее, потому что не совсем светло, но светло. 4 штуки 10. Ананас целая штука 10 лир. Гранаты по 4 лиры кило. Киви 7. Клубника кило 15, это за кило цена, запаха не слышу у нее. Бананы 8. Наших людей, честно, не вижу. Вижу местные все. Не вижу и не слышу пока наших. Арбузы есть целая, капуста 3 лиры. Бананы справа по 7. Помидоры по 2 шикарные, большущие по 2, конечно, дешево. 7 банан. Здесь грейпфрут 2, апельсин 2. Вот тут такой запах сейчас стоит, знаете, сушеных грибов, такие пряности запах. Шпинат кило 2,50. Это капуста, цены за штуку. Суджуки. Штука 12 лир. Колечко суджука. Здесь же можно его пробовать. Тут на сковородочке газовые баллоны. Суджук можно попробовать, что вы покупаете. Шпината много. Вот такой вот продавец. Блин, освещение. С той стороны солнце светит, падает. Это у нас шалгам. Полезный напиток. 10 лир стоит 5-литровый бачок. Вот такой вот у мальчика. Очень полезный напиток, который делается из корня. Из красной этой морковки, из черной морковки. И еще что-то туда добавляется. Тут же носки. На носки по 3 лиры. А, 3 штуки 5 лир носки. 3 штуки 5 лир.
помидоры, причем нормальные вполне помидоры по лире, морковка, лира, лимончики вот такие мелкие, 3 лиры кило. Интересно, на улице есть, я смотрю, там второй этаж еще есть, интересно, на улице есть рынок или нет. Ну, долго я не буду снимать, не знаю, ну, 2 видео, может, сделаю. Клубника какая-то экстремально низкая цена, не знаю, какая она по вкусу. 5 лир, короче, кило. Она очень большая, очень красивая. Ну, запаха не слышу, честно. 5 лир кило. Конечно, у нас бы сейчас в Алании по этой цене выставить, ее бы сразу. Сразу бы раскупили у нас ее там, потому что, ну, цена. Тут даже уже фактор первой цена, неважно какая она. Ну, я думаю, она водянистая, без.